5 апреля 2021 года в Ташкенте открылась международная промышленная выставка «Инопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане», организованная Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Целями масштабного мероприятия, собравшего 1100 участников и более 300 компаний и бизнес-делегаций из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Франции, Чехии и Японии являются расширение промышленного сотрудничества с Центральной Азией, одним из самых быстро развивающихся регионов мира, определение новых точек развития промышленности, укрепление бизнес-контактов и создание совместных производств. Главные разделы выставки – транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия, материалы, пластмассы и каучуки. Активное участие в международной промышленной выставке принял и Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Флагман цветной металлургии страны, градообразующее предприятие, единственный производитель меди в Узбекистане и уникальный промышленный комплекс, объединяющий открытую разработку месторождений и подземную добычу руд, обогатительные и золотоизвлекательные фабрики, металлургические заводы, крупные энергетические и транспортные системы, развитую инфраструктуру и объекты социальной сферы. В 45 структурных подразделениях, расположенных в Ташкентской, Наманганской, Джизакской и Сурхандаринской областях Узбекистана, трудится более 36 тысяч человек. Алмалыкский горно-металлургический комбинат сегодня активно принимает участие в международной выставке «Инопром», которая проходит в Ташкенте. АГМК выставляет более 20 видов из своей экспорториентированной продукции. Хочу отметить, что на сегодняшний день АГМК экспортирует свою продукцию более чем в 25 странах мира. Вы даже можете в этом убедиться, насколько активно и насколько проявляется очень большой интерес к нашей продукции, множество представителей иностранных компаний, промышленности, которые сегодня здесь представлены. Обсуждаются активно вопросы экспорта, импортных поставок, и думаю, в рамках этой выставки мы подпишем договор на экспорт продукции. Российскую делегацию возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На стенде Минпромторга России экспонируется продукция компаний разных сервисов и отраслей промышленности и представлены кластеры – инновации в энергетике, инновации в IT, инновации в станкостроении и инновации в медицине. Новые стали и сплавы, проекты по цифровизации производств, солнечные панели, композитные лопасти, генетический анализатор, система ПЦР, с детекцией результатов в режиме реального времени и другие достижения отечественной промышленности были продемонстрированы главам делегации и представителям бизнеса. В рамках деловой программы прошла пленарная сессия с участием руководителей правительств обеих стран, а также специализированные сессии на самые актуальные темы промышленной повестки.